Ветреная погода и свинцовое небо не испугали участников спортивной экологической акции. Желающие сделать свой город чище вооружились пакетами и отправились на бой с мусором. Местом действия стала набережная реки Белой, одно из излюбленных мест отдыха уфимцев и, соответственно, одно из самых грязных. Мы сегодня с активистами, ребятами, которые неравнодушны к состоянию экологии, вышли на такое нововведение, это так называемый плоггинг, это когда здоровый образ жизни в формате бега совмещен с субботником. Вы видите, что бежать просто не получается, мы как будто попали в ягодник. Плоггинг – это гибрид заботы об экологии и утренней пробежке. Фитнес-тренд появился в Швеции и вскоре стал популярным по всему миру. Его суть проста – ты бегаешь, а по пути собираешь мусор в пакет. При плоггинге калорий сжигается намного больше, но важен и другой результат – чистые улицы. В Уфе субботник в таком формате прошел впервые. Ребята, люди, выходите на уборку. В этом нет ничего зазорного, чтобы сделать нашу природу чище. От того, как мы себя будем вести, насколько мы будем культурны в плане обращения с нашей окружающей средой, зависит наше здоровье и зависит здоровье нашего будущего поколения. Я считаю, что нужно проводить такие акции, так как вообще не проводятся такие акции, и все равно все загрязняется, и нужно убираться. Я очень, конечно, огорчена тем, что увидела, потому что на самом деле мы ходим в городе, и я как-то редко спускаюсь вот на такие места. В первую очередь нужно, конечно же, воспитывать людей. Я считаю, что проблема экологии, она затрагивает нас всех. Мы любим говорить, что нельзя мусорить, нужно, чтобы было чисто, но ничего не делаем. Поэтому мы должны сами брать и убирать мусор, ну или хотя бы его не разбрасывать. Давайте как бы, все начинается с нас. Мы здесь собрались, чтобы сделать город чище, совмещаем приятную работу со здоровым образом жизни. Бегаем. Но бегать у нас, конечно, совсем не получается, потому что, как сами видите, здесь мусора очень много, приходится сидеть и собирать. Помните, какой Экзюпери? Встал поутру, привел в порядок себя и сразу приведи в порядок свою планету. На самом деле это не так сложно, но почему-то большинство жителей делают другой выбор. Намусорил и забыл. А несколько десятков активистов ситуацию не спасут. Давайте будем внимательны друг к другу и ко всему, что нас окружает. Андрей Шаргин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.